В муниципальном учреждении «Симбирцит» открыли отделение движения первых. Это первое отделение в регионе и одно из первых в стране, которое открыли в учреждении дополнительного образования. Ранее общественное государственное движение детей и молодежи базировалось только в ульяновских школах и колледжах. Мы выступаем в роли, как бы сказать, маяка для остальных учреждений спорта, культуры, других детских учреждений. И будем работать по реализации планов по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, военно-патриотическому воспитанию. Праздничное мероприятие прошло в точке кипения. В движении первых работает множество различных направлений, которые не только развивают интеллектуальные и физические качества молодого поколения, но и выполняют воспитательную функцию. И именно эту любовь к своей родине, к своей малой родине, мы вместе с нашим движением, конечно же, клубом «Симбирцит», воспитываем в каждом из вас. Я желаю вам успехов, желаю, чтобы вы определили для себя те направления деятельности, те проекты движения, которые будут для вас интересны, ну а мы будем всячески вам помогать. Директору «Симбирцита» торжественно вручили свидетельство об открытии. Далее прошел концерт. Песни, стихотворения и танцы сделали мероприятие запоминающимся и ярким. Юные симбирцитовцы очень ждали открытия отделения в регионе, ведь это прекрасная возможность для развития и самореализации. Для меня движение первых – это возможность открыться себе, другим, перспективное будущее, новые знакомства. Это возможность проявить себя в чем-либо, в разных направлениях, открывать свои таланты. Движение первых – объединение детей и молодежи в России, созданное по указу президента в декабре прошлого года. В дальнейшем отделения движения должны открыться в каждом муниципалитете России. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.